от конкурентов на победу. Ой, блин! Ах! Ломаем машину. Тортик из динамита. Обычное дело. Каждый день тебя насквозь прорывает какая-то железка. Бедок. Много мусора. Ты что творишь? А? Да я сейчас сам эту кучку раскидаю лучше. Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки вот этих двух челиков, которые сидят справа и слева меня. Ну, давай ты покажи. Ладно, сейчас, секунду. Просто управление довольно мудрёное у него там много. Ну, я поэтому и не хочу. Вот, он может двигаться, ну, это понятно, во всех пропорциях. Даже подниматься, даже опускаться. Ну и сам трактор. О, давай попробуй эти блоки поймать. Кот побольше сделай, ширину там еще, наверное. Так, а что сейчас сделать? Давай, я буду мусор подбирать. А, ладно. Стоп, а отдельный человек управляет ковшом? Ну да, отдельный человек управляет ковшом, потому что так слишком много кнопок было бы. Получилось бы просто. Ой. А. Так, кот, отпускай это все. Ой-ой-ой. Нас чуть не задавил. Давай. Сейчас ты будешь с помощью своего ковша вот это все поднимать. Я не знаю, будет ли оно так работать. Сейчас, секунду. Ой, блин. Прикольно было, кстати. Да я сейчас сам эту кучку раскидаю лучше. А-а-а. Ой, я сейчас почти поднял. Ладно, поднимай, я пока я еще больше сделаю. A few moments later. Так, ну поехали тогда, давай. Стой, подожди, я поршню выдвину. Держка очень какая-то большая. А, наверное, из-за того, что лагает. Сейчас, так, подожди. Подъехал. Чуть-чуть назад подъезжай, чуть-чуть назад. Назад, чуть-чуть. Назад. Сейчас. Давай, назад гони. Все, так, хватит. А и там ты можешь выдвинуть одной кнопкой. Давай, ты сможешь. О, какой человек. Давай, заезжай тоже побольше. И вот так, в упор подъезжай, в упор прям, чтобы я смог вообще по максимуму взять. Давай, ой, это уже слишком было, ой. Ну ладно. Ты что творишь? А. Теперь надежда только на мне, я только могу нас спасти. Давай, нет, не получается. Ковш слишком слабый. Ну да, он слишком слабый, хотя... Загрузи заново. Ладно. Может, это сбить на какой-нибудь простенькой машине, попробовать сюда врезаться? Да, вот. Давай. Стой, подожди, я хочу, чтобы мы превратились в кашу. Ладно. Ой. Напоследок. Много мусора. Оно почему-то слепилось, мне кажется. Ой, это как пластилин получилось. Да. Ладно, загружай заново. То есть другую машину давай, какую-нибудь легковушку. Короче, образовалась такая куча земли, идеально стоящая, и нам нужно ее уничтожить. Ща. Ой. Кажись, куча земли уничтожила твою машину. Сейчас приподниму свою кучу земли и прямо на тебя. Так, ой. Ух, так. Съешь вкусную конфетку. А! Ой, так. Не то. Сейчас, секунду. Стоп, мне это съесть зачем? Так, ладно, моем сейчас я про машину широкого найду. Моё ухо возобновилось. Второй раз уже. Так. Ой. Широкий ух. Снова в деле. Ух, иди сюда. Кстати, давайте я их сразу же на трек сейчас повезу, хорошо? Да, давай. Стой, подожди, мы же хотели разбить кучу земли. Хорошо. А куча земли где? А, вот она. Сейчас, ой, секунду, я их подвину. Я их подвину. Ну ладно, давай. И давай я тоже погоняю на одну. Кот, пожертвуй своей головой, чтобы я мог запрыгнуть на машину. Хотя ванну уже не надо. По идее, они должны работать. Это не... По идее, давай работает. Начинать толкать все это. Ой, бедный ты. Ой, как лагает. Оно будет лагать. Ладно. Проверка на хороший комп. Прям. Дождь идет из земли. Смотрите, кому страшно. Бывает. Бывает дождь из земли. Каждый день. Каждый день бывает. Каждый день тебя насквозь прорывает какая-то железка. В принципе, да. Ну, бывает, да. Бывает такое. Крашерс 3. В принципе, хорошая шутка. Бежим отсюда. Так. А, это игра «Сломай машину», мне кажется. Да, это «Сломай машину». Там же вторая версия есть, а это третья. Дюпни мне машинку и включи PvP режим. Я буду играться с машиной. Так сказать. Я предлагаю, давайте сначала гонку устроим, потом уже будем... В принципе, да, я только гонку, один раз и все. Потом верну, честное слово. Ладно, так, значит, я сейчас 4 машины заспамню, я тебе одну сброшу из 4, хорошо? Да, я хочу поиграться. Так сказать.
Сейчас я ее открепляю. Открепляй, да. Я уже жду. Все. Так, где? Начнем экспериментировать. Тортик из динамита. Обычное дело. Ой. Car Crusher 2 из Roblox. Бывает. Ломаем машину. Бывает. Сейчас еще опаснее будет. Так. Ну чё, как сказать? Мне очень понравилась твоя машина. Ой, блин. Кажись, это не Car Crusher 2, а Ух Crusher 2. Ну да, в принципе. Крашивают людей. Ладно, вырубаем ПВП. Ой, блин, из того, что динамит взорвался, у одной колеса это сломались. В общем. Сейчас я еще скопирую разок. А чё, может свой мусор уберешь? Вот этот? Ну ладно. Сейчас, в общем, я скопирую снова. Так, еще вот одну машину. Трасса. Так, вот трасса. Уже полностью загружена, там даже одна машинка стоит. Сейчас мы будем по ней гонять, устраивать гонки. А, мусор. Нужна метелка. Срочно. Что это было? Что за фокус? Это баги с колесами, я не знаю, как их убрать. Колесо взял и полетело. Мне интересно просто, если я так сделаю. Блин, из-за того, что мусор лежит, его нужно как-то убирать. Ого, ой, вот это я даю. Про. Прикольно. Ладно, машины будем уничтожать позже. Пока пусть колеса стоят на месте. Но потом я их не оставлю уже. Сейчас, секунду, я мусор удалю весь. О, это будет долго. Так, все удалил и уже сейчас. Взять, выделить это все и под карту. И вниз, да-да-да, я тоже хотел сказать, но... Ладно, ты первый. Так, ну, поехали тогда, сейчас я пойду. О, расфиксирую машинки. А что это один впереди, а мы тут все сзади? А, мне кажется, или в черной команде что-то крутится очень большое. Топ, что там? Ну, что-то большое и невидимое очень такое. Где я не вижу, там ничего нет. О, робот прикольный, админ неплохо строит. Так. Это из Фортнайтика. Мы будем гонять или нет? По идее, все. А, сейчас свои машины к старту. Можно я буду на первой линии? Как хотите. Было нечестно. Все четыре могут поместиться на первой линии. А, ладно, понятно. Не знаю, это просто немного широкое. У меня какая машина. Крутая. Зови своего помощника сюда. Помощника? Я? Да нет, этот. У этого, кота или какого? Он не мой помощник, вот. Он просто пришел посмотреть. Бывает. Могу прийти. Ой, блин, ой. Кто это сделал? Сорян. Меня подбили до игры. Нет. Да что? Кто вам сделал? Сейчас я переверну, секунду. Я сам уже переворачиваю. Блин, что так виснет-то? О, нет, только не это. Остановите, не трогайте мою машину. Не надо, пожалуйста. Я сам все сделаю, не надо. Да. Сейчас я попробую все. А, ладно. Ай. Просто чем-то все. А, поднимите меня отсюда. Вытащите меня, а то я сейчас превращусь в этот, в колбасу. Да. У машин дополнительные колеса у нас. У меня это. У меня проблемы. Прятать надо. Вытащите меня, пожалуйста. Я откуда? Под машиной. А, ты под машиной? Стой, сейчас. Я сам себя вытащу. Ты хотел меня раздавить колесами? Я как не жестоко. Хотел. Нет, о, если бы я не раздавил. О, тут, кстати, колеса. Еще ремень пристегнут. Я смотрю. Да. Боже. Да, у нас такие колеса сзади и спереди. Потому что такие колеса, они очень слабые и очень баганные. На них невозможно нормально ездить. Ну, все, начинаем. Мы уже что-то долго ждем. Так что у обоих колес система поддержки. Ой, у обоих машин система поддержки. Я сделаю почти что прозрачным, чтобы было видно. Так, ну готовы? Угу. Три, да. Два, один, поехали. А, почему он первый? Почему он так быстро едет? Не, это вообще несправедливо. А, я же забыл убрать эту. Тут смотри, она разгоняется, она когда поворачивает, она начинает разгоняться. То есть она когда дрифтит, она начинает разгоняться. Стоп, что-то я не понял, почему я последний? Почему у него машина так гонит? Потому что он ее на быструю скорость настроил. Ой, он тебя сейчас собьет. Я тоже так хочу. Нам тоже так сделай.
так вообще нечестно. Я обычно эту систему делал для обычных дорог, где типа дрифтить можно часто, а тут маленький трек, я забыл ее убрать. Ну, то есть это, там нужно скорость менять у колес. Давай я у тебя сейчас это поменяю, хорошо? Поменяй, а то он уже третий круг делает даже. Да, сейчас. Остановись тут тогда. Я не буду останавливаться, я буду в дороге всегда. А то этот человек меня обгонит. Он даже в кругах меня обгоняет. Тут тяжело тогда будет выделять, но сейчас я попробую. Выделяй, я пока борюсь за первое место. Ой, что там за механизм кот делает? Быстрее, выделил? Нет, это очень тяжело, когда ты едешь, нужно поближе ко мне подъехать. Давай, еду. Он тебе сейчас, мне кажется, собьёт. Мы боремся за первое место, он крутится. Я бы, конечно, хотел бы в него врезаться, но ладно. Давай быстрее, ай, нет, я тебя задержу. О нет, так нечестно. Можно сказать, я приехал. Поднимите меня, пожалуйста. Я сейчас доеду, почти доехал. Ой, что там с котом происходит? Переверните. О, у вас анимация, как у Кримсона. Ладно, переворачивайте. А сиденье заморожено или нет? Сейчас. Ой. Так, все, по идее. Так, теперь ты будешь под машиной. По идее, я машину ускорил. О, вот это нормально. Теперь будем гонять, как настоящие ломбардии. Поехали. Бум-бум-бум. Главное, не следить. Я с трека так оставлю, в принципе. Медленную скорость мне с ней нормальная. Тут сложно поворачивать, потому что у меня клавиатура багается. Ну, когда я поворачиваю, у меня отжимаются все клавиши, поэтому мне приходится останавливаться. Да, но поворот тут довольно быстрый. Ого, вот это я чуть не перевернулся. Надо не врезаться. Ой, блин! Случилось самое кошмарное, что могло случиться. Ну да. Я перевернулся и к тому же еще. Так, сейчас я сверху ракету поставлю и улечу наверх. О, можно еще эксперименты с одной из моих пушек делать? У меня есть такая... Нет. Что творится? Это все не пожу не так, как я хотел. Мне кажется, или у кота гироскутер? Наверное. Можете меня спасти, пожалуйста? А как нам тебя спасать? Мы сами не знаем. Гарпуном, пожалуйста. А, гарпуном? Окей, сейчас, секунду. Я подъеду, где место, где его можно заспавнить. Так, а я сейчас тоже что-нибудь попробую сделать. В принципе, можно уже устраивать опыты над машинами. Я еще свою штуку одну могу загрузить. А кто победил-то? Да нет, давайте попробуем нормально погонять. Да, а как тут гонять-то? Я не знаю, ладно. Я лечу наверх. Кот какие-то страшные разработки, мне кажется, делает. Я борюсь за свою жизнь. Стойте. Меня ждите. Я ракету на голове оставлю, на всякий случай. Ладно. Если такое повторится опять. Бывает. Все, гоняем. Блин, да что за фигня? Да. Ну, потому что она быстро очень. Там же колеса невидимые. Давай я. Нет! Блин, еще хуже. Там колеса невидимые. Из-за этого оно так работает. Ой, мега хорош. Что это у меня за машина такая? Постоянно подымать приходится. Не знаю, мне нормально. Чья-то другая машина. Стой! Тихо. Нужно избавиться от конкурентов на победу. Сейчас от меня избавятся, так. Стоять. Стоп. Тебе не спастись от меня. Так, ладно, сейчас ты я. Ты сделал гироскутер. О, реально. У нас безумные гонки за первое место. У этого гения гироскутер получился. Воюем. Я хочу его затаранить. Давай, кто первое место займет? Ой, блин. Ой. Нет. Что ты делаешь? Блин, там какой-то Бен зашел. Секунду. Сам великий Бен к нам зашел. Да, это англичанин мой знакомый. Остановка. Этого не принимай его, хорошо? Ой, тебя столкнули. Меня не столкнули, я сам упал. А ты сам упал? Ну, я постоянно падаю, я уже 5 раз упал, что ли. Ладно. Давайте устраивать уже эксперименты. Да, давайте. В эти гонки не поиграйте, я постоянно с трека падаю. Не получится так хорошо сделать это. Ладно, сейчас бедная машина.